уважаемые клиенты и посетители интернет-магазина «Город Инструмента», мы рады представить вашему вниманию торцовочную пилу Метаба, модель КС-216М «Лазеркут». Эта компактная и легкая торцовочная пила предназначена для стационарной точной распиловки дерева и производных от дерева материалов, панелей, стройматериалов или пластика и идеальна для мобильного использования. При этом рез может быть прямым, косым или наклонным. При транспортировке пилы пильная головка надежно зафиксирована. Основание станка имеет отверстия, которые дают возможность для устойчивости закрепить его на столе или верстаке. Чтобы привести инструмент в рабочее состояние, нужно вынуть фиксатор. Прозрачный защитный кожух снабжен маятниковым механизмом и автоматически закрывает диск при поднятии рычага вверх. Для замены пильного диска нужно зафиксировать шпиндель. Зажимной винт выкручивается с помощью шестигранного ключа. Установка диска осуществляется в обратном порядке. Плавно выдвигающееся расширение стола с обеих сторон с практичной рабочей поверхностью и встроенным упором служит для мерной отрезки с помощью шкалы на боковом упоре. Для чистой обработки и удержания маленьких и больших заготовок предусмотрены высокие перемещаемые упоры. Клавиши лазерного указателя и светодиодной подсветки расположены на рукояти пильного узла. Дополнительное освещение и световая линия на заготовке значительно облегчают работу. Разблокировка стопора пильного диска и нажатие клавиши пуска удобно осуществляется одной рукой. Станок позволяет распиливать заготовки как под прямым углом, так и под заданным углом скоса и наклона. Поворот пилы в горизонтальной плоскости осуществляется вправо и влево с фиксацией в промежуточных положениях. Угол скоса пильного диска выставляется по линейке, расположенной на корпусе пилы. Наклон пилы в вертикальной плоскости выставляется по линейке наклона и фиксируется во всех промежуточных положениях с помощью стопорного рычага. Удачное сочетание высокой точности и мощности позволяет пиле отлично справляться с выполнением самых аккуратных распилок. Для поддержания чистоты инструмент имеет переходник для мусоросборника, в который направляется образующаяся в ходе работы пыль и стружка или подключение пылесоса. В комплект поставки торцовочной пилы Метаба КС-216М «Лазеркут» входят пильный диск, два расширения стола, зажимное устройство для заготовки, инструмент для смены пильного полотна и мешок для сбора опилок. Более подробную информацию об этой торцовочной пиле вы в любой момент найдете на нашем сайте. А главное, вы уже увидели, мы представляем только тот инструмент, который реально работает.